Ограниченные возможности здоровья не создают границ для познания. 5 команд из Стерлитамака сразились в интеллектуальном турнире «История России». Данные игры проводятся по всей республике. В городских обществах инвалидов проходят отборочные туры. Команды победителей выступят в финале. Отборочных туров было 4. В городе Дюртюлях, в Уфе, в Туймазах, в Сибае. И вот теперь здесь. Это уже 5-й турнир отборочный. И по итогам вот всех этих отборочных турниров финал будет в Уфе в мае. Проект реализуется под руководством Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов с использованием гранта президента Российской Федерации. У нас есть люди, которые написали весь этот проект. Проект был подан на грант президентский и успешно был выигран. Проводится он в первую очередь для того, чтобы молодые люди преимущественно поступали в вузы страны. В основном на гуманитарные специальности, а там история России какой важный-важный предмет. Турнир направлен на повышение социальной активности людей с ограниченными возможностями здоровья.